это угроза. Это, знаете, это игра на нервах. Честные ответы на злободневные вопросы. Публикация монографии ни одной в Казахстане за время независимости не вышла. По голоду ни одной монографии не вышло. Модернизация знаний – это вот решение проблем? Только конкретные факты. 340 тысяч 10 дней боровое и 240 тысяч тенге 10 дней Турции с перерывом. Не смешно. И весомые аргументы. Мы сегодня имеем даже не казахский язык, а скорее русско-казахский. В открытом диалоге с лучшими экспертами. А это вопрос государственной важности. Не пропустите. У нас есть мнение. По четвергам на телеканале «Алмата».